две принцессы. Это у нас Матильда. Матильда, мать. И собачка, которая прибежала к нашему приюту. Смотрите, как они поладили. Такие две красотки. Такие две дамы с Амстердама. Ну-ка, рассказывайте. Рассказывайте, мамки. Чего вы здесь делаете? Одна стерилизованная вот это вот. А это Матильда, которую мы забрали с поселка Гусевский. Господи, боже, да чего это вы такие грустные у меня, а? Это чего это они такие у меня, девчушки, печушкины? Ой, ты девушки, коровушки. Ай, вы мои детишки, ай, вы мои красавицы. Смотрите, вот кому-то, может быть, в дом вот эти собачки. Самые ласкушки, самые ласкушеньки у меня. Матильда, Матильда. Девочки. Вон они какие девочки. Вон они какие у меня девочки. Послушные, дружные. Смотрите, вот собачки совершенно вот... А друг друга не знали, вот смотрите, несколько дней, вот эту собачку буквально три дня назад мы забрали, и смотрите, как она компактно вписалась, вписались они, с двумя подружками стали, молодцы, молодцы, девочки, молодцы. Ой, ты моя Ась. девушка, да что ты как озеваешь-то у меня.